Так, всем добрый день. Сегодня у нас на распаковке отражатель на объектив двух цветов, серебряного и золотого цвета, так называемый холодный теплый цвет. Компания Andoer вставляется вот в таком варианте в упаковке. Ну и внутри чехле находится непосредственно сам отражатель. То есть отражатель двух цветов, золотистого и серебряного цвета. Так, ну и устанавливается непосредственно на объектив. Ну, во-первых, чтобы увеличить дополнительный поток света. Ну и второй вариант, если, например, есть отражающие какие-то объекты, чтобы скрыть, например, человека за объективом. Так, ну и можно посмотреть. Сначала до ложки какой-то объект. Так, сейчас направлен серебряный цвет. Так, ну и направляем золотой цвет на объект съемки. Так, вот такой вот отражатель на объектив. То есть здесь нейлон, здесь тоже нейлон. Ну и обрамляет металлической планкой, кольцом. Фирма Andoer. Так, внешняя часть 32 сантиметра, поверхность где-то 26,5-27. Так, внутренний 12. Так, ну и отверстие 8,5. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, удачных покупок, распаковок. Всем удачи, до следующих видео. До свидания.